Кожны паўторны зварот грамадзяніна будзе ўзяты на асаблівы кантроль і разгледжаны з выездам на месца. Такое заяўленне прагучала старшыні камітэта дзяржкантролю Гродзенскай вобласці Анатолія Дарожкі на профільнай калегіі з удзелам першага намесніка старшыні КДК Беларусі Васіля Герасімова. Сярод прыярытэтных задач на 2020 год, як прагучала падчас мерапрыемства, вызначаны кантроль за выкарыстаннем бюджэтных сродкаў і распараджэннем дзяржаўнай маёмасцю. Таксама пад пільнай увагай спецыялістаў сёлета будзе выкананне даручэнняў кіраўніка дзяржавы. Особое внимание обращено на необходимость более пристальной работы с обращениями граждан. Вот каждое повторное обращение вообще должно быть взято на особый контроль и рассмотрено с выездом на место. Вот. Ну и поставлен целый ряд других задач по контролю за развитием экономики региона, по контролю за реализацией инвестиционных проектов, вот, и в целом за функционированием отраслей народного хозяйства. Лето специалисты КДК в области працавали с акцентом на профилактику. Так было проведено 173 мониторинги с захопом амаль 3300 субъектов господарыня. Было накировано больше за 800 рекомендаций по ликвидации выявленных порушений. До того же проведено 38 аудитов эффективности. У их лику по выполнению мероприемств и выкористанию бюджетных сродков, выделенных на реализацию шерагу держпрограмм. Вчера в Комитете государственного контроля Республики Беларусь состоялась итоговая коллегия по итогам работы за 2019 год и задачах на 2020 год. Сегодня такое же мероприятие проходит с подведением итогов работы Гродненского комитета госконтроля на нашей базе. Вот. На прошлой, шедшей вчера коллегии было отмечено, что Гродненский комитет по итогам работы занял первое место.